За сутки в Югре зарегистрировали 93 новых случая коронавируса. Больше всего заболевших в Сургуте. Здесь лабораторно подтвердили 16 диагнозов. В Нижневартовске 13 заразившихся, в Ханты-Мансийске 11, еще в 14 городах и поселках по 8 и менее ковид-положительных. На момент выявления у 52 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония. Под наблюдением медиков свыше 5500 человек. Коэффициент распространения инфекции на 0,06 выше единицы. Состояние 71 пациента врачи оценивают как тяжелое, 43 подключены к аппаратам ИВЛ. При этом за сутки еще 86 югорчан победили коронавирус.